На что, блядь, задержим сегодня? За растяжку плаката на пересечении улиц Великой гостиницы Богдана Хмельницкого. В телеграм-канале предложили, написали, я согласился. Кто написал, когда написал, что именно вам предложили? Написано было в общем чате, вот, кто готов прийти на растяжку. Место и время написали. Все. Кто написал вам? Незнакомый мне человек. Вы сразу же согласились? Ну, некоторое время подумал, да, дал согласие. Ваша выгода участия в этом какова была? Никакой. Там была группа людей непосредственно с пакетом, в котором находилась растяжка. Далее. Спустя пару минут на зеленый сигнал светофора мы пошли растягивать этот плакат. Постояв 2 минуты, мы свернулись, люди разошлись по разным сторонам. Я приехал один. Люди, которые там были, были в масках, в капюшонах. Их я не знал. Так как бы сильно ничего не двигало, люди спросили, кто может. У меня был свободный день, я решил помочь. Не преследую никакой выгоды и никакого дальнейшего дела дальше. Как можете оценить, так сказать, свои действия вчерашние по поводу выхода на улицу? Глупость и самодурство.